там взаимка стреляет? Какой-то жулик маленький, походу. Но вот эти маленькие жулики, по логике, могут пойти на танк. Блин, он уже здесь где-то. Только в общагу не ходи, тебя там убьют. В АГС-ке тоже кто-то есть. Они тоже могут пойти на танк. Смекаешь, чат? Улавливаешь? Лёха, спасибо. Чувака. Кажется, да. Нельзя, чтобы он убил наших жуликов. Спугнет добычу, блин. Мне кажется, это отличная приманка была бы. Ботиков нету. Возможно, здесь кто-то спавнился. Бля, да. Бегает у медички. Он тут заспавнился и ушел в медичку. Бля, приятель. Но ты вот вообще не вовремя. Вали кепку. Кто? Зачем ты сюда пришел вообще? Мельник, блин. Ёптач. Блять, жулики идут, но не с той стороны. Блять, там происходит? Всю рыбу мне распугаете. Нихера себе.
Вот это наши клиенты. В голове немножечко плохо. Так. А он заткнется или будет кашлять теперь постоянно? Походу будет кашлять. Куда они пришли, блин? Почему так не вовремя? Кстати, надо маску какую-нибудь реально, типа, маньяковскую надеть будет еще. Что ж вы, блядь, не по плану-то действуете все? Студентики приходят на мою делянку и начинают самоубиваться по всей территории, блядь. Что, думать, кто-то придет к нам еще? Мне кажется, ну, там эмка какая-то вот была. Вообще мог, по логике. I'm done. Что ж такое-то, блядь? Я думаю, все, вся карта пустая, блядь. Они просто не дают мне сделать челлендж. Не, ну как дают, но... Я же должен был... Вот эмка, которая стреляла.
Это М-ку, которую мы ждали здесь как раз-таки. Сумку бы нормальную какую-нибудь. Как тебе на новую пушку подкинуть? Смотрю тебя с удовольствием. А, в описании под стримом все есть, все ссылочки на поддержку. У меня еще и выход здесь. Ой, вообще красота. Немножечко пошло не по плану, конечно. Но что-то получилось прям неплохо. Летающего не досмотрел. Почему? Шелька у него? Вот, я сейчас только что взяла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь типов. Вся карта тут полегла. Это я АП-шку словил лицом? Ни хрена себе. Ладно. Блин, вот взяли с первого раза сделали челлендж. И что теперь делать весь стрим? Непонятно, блин.